Улан Кадыров последние 3 года живет в Москве. 4 октября он собирается проголосовать на парламентских выборах. Вместе с женой и друзьями он сдал свои биометрические данные, в консульстве в Москве заполнил форму 2 и встал на учет. В день выборов он со своей женой реализует свое избирательное право. Я уже определил свой участок, где я могу проголосовать, и все. С женой здесь Большая Ордынка, 62/2. Но таких ответственных граждан, как Улан Кадыров, живущих и работающих за границей, не так много. Бытует мнение о том, что на выборы идти нет смысла, приводится множество сомнительных доводов в оправдание бездействию. Особенно пассивным электоратом являются мигранты. Понятно, что зачастую причиной их малой активности является...